Всем привет! Сегодня занялась пересадкой своей азалии, и, по-моему, ей капец. Мне кажется, я ее залила. Она у меня вот такая вот голенькая стоит. Я не знаю, капец ей или нет. Вот я ее пробую, но она вроде бы еще эластичная. На эти палочки, может быть, уже и сухие сверху. В общем, вот такая вот корневая. Я не знаю, будет с нее еще что-то или нет. Вот так вот она была заглублена. Сейчас я вам хочу ее показать. Это изначально при покупке. Я не знаю, правильно это или нет. Я в азалиях, если честно, ну, чайник. Вот. Вот так она была заглублена. Вот такие корни. Это я очистила. Это все. Ну, это я понимаю, что это уже отмерзшие корни. В таком горшочке она была. Это все умершие корни. Субстрат был очень-очень влажный. Нет никакого перлита, нет никакого. Очень плотный был. Я бы добавила перлита и немножечко чуть-чуть песка добавила бы. Потому что азалия любит полив, но чтобы этот полив был не пагубным, все-таки, мне кажется, песка надо было добавить. Вот. И живые они или мертвые? Мне кажется, они мертвые. Вот. Специалисты по азалиям, подскажите, посмотрите. Я уже пересмотрела очень много видео и пересмотрела Нининых очень много видео, она очень хорошо рассказывает, у нее получается с азалиями. У меня в конечном итоге осталась вот такая вот палка, вот с такими вот корнями. Это было все очень плотно-плотно, эти корни забиты, набиты этим грунтом. Грунт был очень спрессован, очень плотный комок. Правда, я не снимала, как я вытаскивала из горшка и чистила. Вот, ну, такая у меня картина. Не знаю. Посажу, но будет жалко, если она умрет. Покажу, как она цвела. Такую красивую азалию подарили на штамбе. Ну, и в конечном итоге у меня осталась вот такая вот палка. Я ее давно хотела посмотреть. У нее начали опадать листики. Листики, она сбросила все листики, я думаю, ну, может, так надо, или стресс, принесли с холода, зима, ну, поливаю и поливаю, на окно у меня холодное, никакого льда, никакого ничего я не ложила, не усердствовала, вот. Не знаю, девчонки, будет очень жаль, если она у меня умрет, потому что мне нравится, как она сформирована. Я люблю такие деревца. Растения в форме деревца на штамбе. Я сама так делаю. Вот, формирую растения на штамбе. Вот. И мне подарили вот такую вот азалию. Не знаю. Посажу. Время покажет. Посадила я ее вот таким вот образом. Использовала я грунт для хвойных, субстрат. По кислотности он азалиям очень-очень подходит. Что те у нас растения любят кислую почву. Вот. Грунт с добавлением кокосового волокна, поэтому будет удерживать влагу. И также тут есть перлит. И я добавила несколько ложек песка, это чтобы влага у нас не застаялась. И немножко керамзита на дно. Вот. И открыла я прикорневую шейку. Почему? Потому что мне показалось, что она была заглублена. Вот. Видите, где мокро. Насколько мне показалось, что это правильно.
Не знаю, мне кажется, ей капец, но Надежда умирает последней. Я надеюсь, что может там какой-то корешочек один живой, и она у меня восстановится. Все, вот такая была пересадка, вот такая была голенькая-голенькая азалия. О боже, видите, у меня тоже бывают неудачи. Да, так что сразу надо было ее пересадить. Все, всем пока-пока.